Вам сейчас расскажу, сколько стоит мясо на рынке города. Так вот, люди приезжают в город Магнитогорск, типа мясо сдавать. Куда они все это дело отдают и по какой цене? Что вы поняли, да? Давайте объясним ситуацию. Они сдают это мясо по 145 рублей за килограмм. Свинина, естественно. Говядина стоит дороже, естественно, конина стоит еще дороже, но не сильно дорого, по сути, то. А что дальше? То есть они сдают мясо какое? С салом и с костями. Представляете, да? Вот. А теперь вы берете то самое мясо в других рынках, не в этом. И какие деньги вы платите? Ну подумайте сами, господа. Если вы переплачиваете, какой смысл? То есть гораздо проще приехать сюда. Авторынок, в смысле, простите, торговый центр на Чкаловском, что-то у меня с авторынками тоже прыгает туда-сюда, понимаете? Ну, видите, автостоп. Поэтому я могу и туда-сюда прыгать. Вот. Торговый центр Чкаловский. Прямо рядышком с первой Гурбанис. Напротив располагается. Теперь какое мясо вы здесь берете? Мясо без сала и без костей. И платите-то копеечку. Ну почему бы вам сюда-то не прийти? А вы хотите мяса вкуснейшего, наиприятнейшего на вид, естественно, свежего. Хотите? А получите. И где такая штука производится? А в торговом центре Чкаловский, что на левом берегу. А теперь будет самое интересное — цены. Так вот, про цены мы и переговорим с покупателями. А, во-первых, где это все место, да? Торговый центр Чкаловский, да? Ну. А вот, допустим, если мы говорим, что мясо, по сути, недорого, это хорошо? Конечно, хорошо. Оно же недорого? Недорого. Нормально. Здесь, ну, частенько бываю. У меня возникает дивный вопрос. Я таких цен в городе-то и не видел, так оно? Я тоже. То есть я вот не понимаю, я за тем же прихожу, за грудинкой, она почему-то там 250 рублей стоит. А может быть еще и дороже. Особенно меня интересуют рынки городские. Я так понимаю, что это вообще не рынки для города, если там такие цены. Ну, я с вами согласна. Проще здесь купить? Конечно. Давайте переговорим о цене. Насколько здесь дорого? Да я бы не сказал, что дорого, нормально. То есть недорого по сути, да? Ну, как бы как везде, можно сказать. Ну, здесь можно выбрать, что... А вы знаете, сколько вот грудиночка, вот такая грудиночка стоит, допустим, на других торговых точках? Что там цена 250 рублей, а здесь почему-то 195. А разница, да, там 65 рублей. Недешево. Ну, да. То есть проще здесь купить? Проще здесь купить. Я прекрасно понимаю, что говядина стоит немножко подороже, правильно? Да, они подороже, да. Но если мы выбираем говядинку здесь и говядинку в других центрах города Магнитогорска, по-моему, выбор очевиден, да ведь? Им сюда приехать так и надо. Да, так и надо. Чем вам здесь нравится? Дешево? Я дешево и хорошее мясо, качественное. Качественное мясо? Да. Очень вкусное, свежее всегда мясо. И цена вопрос? Цена очень устраивает, потому что во всех магазинах заходишь, неизвестно, свежее оно или нет, а здесь всегда свежее. Цена устраивает и качество тоже. Вы здесь живете или... Нет, мы здесь недалеко работаем, поэтому сюда заходим постоянно. А живете на правом берегу, да? Да. Отсюда можно, получается, брать мясо и везти... Конечно. Почему нет? Очень даже хорошо, удобно. Постоянные клиенты. Как такое вообще возможно? Да? Вы знаете, сколько цены там на центральных рыночках? Таких они совсем не дешевы, правильно? Но почему, если все берется по одной цене, почему здесь дешево, а там-то дорого? Ну, я не знаю почему. Наверное, здесь лучше. И здесь лучше и вкуснее. Чтобы вы поняли, здесь никаких нет подстав. Я вообще против подстав любых. Мы просто приехали с камерой и вам показали результат. А результат правильный. Дешевле и грамотнее мясо, чем здесь в городе, нет. Нет, и все. Везде гнут цены, здесь продают тоннами. И это правильный принцип работы. Принцип Китая, помноженный на российский фактор. А где такое возможно? Да здесь, в торговом центре Чкаловский, рядом с первой горбольницей. Люди живут и дают вам возможность вкусно готовить. Вопрос, куда приехать? Вопрос для меня решается нормально. То бишь... Если вы даже сюда приедете на маршрутке, можно и такое сделать, с любой точки города, можно и на трамвайчик съездить, никаких проблем не возникает. Прямо напротив первой городской поликлиники, горбольницы номер 1, налево выходите или направо, без разницы.
торговый центр Чкаловский. Покупаете здесь мясо. Как правило, мясо вы же не будете брать килограмм, правильно? Возьмете килограмма 2-3, а может и больше. Потому что цена вопроса дешево и вкусно. И спокойненько домой. Домой, представляете, да? Либо вы переплатите в два раза, либо не переплатите. Потому что здесь ценники на вас не наворачиваются. Люди приходят, люди получают качественные продукты и уходят домой. К слову о том, что и говядина здесь не сильно дорогая, так же, как и конина. Вот так-то. Вот так-то надо делать дело, господа продавцы мяса. Делать это надо так, как это делается здесь, в торговом центре на Чкаловском.